космическая еда прошла долгий путь от порошков, пюре и тюбиков до, если не продуктов, приготовленных профессиональными шеф-поварами, то как минимум привычной земной еды. Но смогут ли астронавты когда-нибудь по-настоящему готовить домашние блюда в космосе? До стыков и жареной картошки дело, конечно, пока не дошло, но вот приготовить вкусный десерт на Международной космической станции, МКС, можно будет уже этой осенью. Сам акт приготовления пищи помогает. Когда мы тренировались в экспедициях выживания на Земле, приготовление пищи добавляло ощущение нормальности происходящему. И я думаю, что этого в какой-то степени не хватает в космосе. Говорит бывший астронавт НАСА Майк Массимино, чтобы преодолеть эту проблему, в печи есть лоток, который удерживает продукты на месте, а нагревательные элементы, установленные вокруг его внутренней части, равномерно распределяют тепло. Но воздушный поток – это не единственная проблема. Огонь представляет огромный риск, поэтому разработчики оборудовали печь специальными вентиляционными компонентами и изоляционными модулями для того, чтобы пройти проверку в отделе безопасности НАСА. При этом с нуля приготовить печенье на МКС все же не выйдет, ведь ингредиенты вроде яиц и муки для теста будут просто летать по всей станции. Поэтому космические кулинары будут вынуждены использовать заранее сделанные и замороженные на Земле заготовки из теста. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.